знаете, если честно, я политику не особо знаю, не особо понимаю это все, но недавно, буквально неделю назад, меня заинтересовал этот вопрос, и я стала смотреть, ну, как все в интернете. Естественно, я не поняла, ну, всех поправок, потому что я, в принципе, не знаю, ну, там, что конкретно в Конституции есть. Я стала смотреть ролики на YouTube о том, что конкретно меняют. И, знаете, ничего хорошего я там не услышала. Я увидела только то, что это все для того, чтобы Путин остался при власти. Ну, как бы все понятно всем, что эти поправки, они не принесут никаких изменений. То есть, если взять какое-нибудь выражение с плаката, как «сохраним родной язык», то можно посмотреть на музыку, которую пишут поэты нового времени, используя «бу», «я», «мат» и все остальное прочее. Как бы можно уже понять, что культуры у нас нет, философии своей нет, идеология строится на войне, вступать в эпоху новую мы никакую не хотим. Я вышел на этот пикет, потому что категорически не согласен с внесенными поправками, с процедурой их принятия. Я считаю и эту процедуру, и эти поправки антиконституционным переворотом, который происходит на наших глазах, и, к сожалению, россияне спокойно взирают на это, занимаются своей жизнью. Мы подали заявки на процедуру наблюдения. Две недели не было ни ответа, ни привета. И вот сегодня пришел ответ. В тот момент, когда процедура голосования идет уже 5 дней, когда избиркомы отчитываются о почти 50% явке, нас наконец-то соизволили разрешить поучаствовать в этом процессе. Правильно, нарушается закон, людей никто не слушает, принимают все решения только они сами, не учитывая мнение народа. Вот мнение народа, и я согласна. Сами голосуете? Буду голосовать тоже против обнуления, конечно.